Дорогие друзья, именно друзья, потому что только друг может оказать помощь, только друг может откликнуться на просьбу, встать рядом. Поэтому я к вам хочу обратиться не иначе, как друзья. Я хочу от себя лично и от народа Республики Южная Осетия, от тех пациентов, которые вам безмерно благодарны за ту помощь, которую вы им оказывали здесь, в стенах мобильного госпиталя, выразить огромную, огромную благодарность от всей души, от всего сердца, потому что эта помощь связана с спасением жизни людей, жизни граждан Республики Южная Осетия. Я бы очень хотел, чтобы следующий ваш приезд сюда был уже не в качестве военнослужащих, которые оказывают помощь Республике Южная Осетия, народу Республики Южная Осетия, а в качестве друзей. Друзей, товарищей, которые приезжают как к себе домой. Спасибо вам большое. Около 2 месяцев вы, военные медики, достойно представляли Российскую Федерацию на земле Южной Осетии. Благодаря вашему самоотверженному профессиональному труду, взаимодействию с медиками Южной Осетии, вы смогли преломить ситуацию с ковидом в лучшую сторону. Спасибо вам большое. И от лица посла Российской Федерации выражаю вам благодарность. Желаю вам всем военной удачи, продвижения на военном поприще, семейного счастья и благополучия. Спасибо вам за проделанную работу. Валиева Рината Фаязовича. Ничего, Анастасию Сергеевну. Свинарчука Павла Васильевича. Рубисова Александра Александровича. Солдатову Василию Владимировичу.